есть такой проект, который называется «Сенкевич поруч», правильно? Да. Вот, Александр Федорович, расскажите, что это за проект, что это будет, какой это формат и так далее, потому что ну, мы хотели осветить этот вопрос, видите, нас зритель опередил. Ну, очень приятно, что данный вопрос нашел отзыв в обществе. Я хотел бы, вот, ну, как бы, смотрите, у меня есть небольшая такая проблема, это коммуникация с горожанами. Я говорил о том, что за прошедший год, меня когда спросили на отчете перед средствами массовой информации, меня спросили, какой наибольший провал, я считаю, что как раз это отсутствие коммуникации и ну, обратной связи от горожан по поводу того, что как мы делаем, что мы правильно делаем, то есть есть некоторые вещи, которые мы делаем, но они незаметны. И в рамках своего годового отчета о проделанной работе и о своих планах я бы хотел встретиться с горожанами и сделать это впервые в Николаеве, когда городской голова встречается не там, за 3 месяца до выборов или за месяц до выборов, а на протяжении всей каденции. То есть мы вот планируем делать это ежегодно вот в рамках отчета, когда уже на улице, ну, в феврале месяце очень трудно делать отчет, потому что людей нужно собирать, во дворах не соберешь, и мы хотим выбрать, чтобы люди могли зарегистрироваться, пригласить меня во двор, собрать людей, которые находятся рядом, и пообщаться с жителями города, поделиться с ними планами, рассказать, что было сделано, какие планы у них в районе, микрорайоне будет. Ну и в общем поделиться, получить от них обратную связь, рассказать им, что планируется и как все происходит. На сегодняшний день, к сожалению, я не обладаю какими-то своими ресурсами информационными, но также могу сказать, что против меня, ну скажем, против моих действий ведется ну, серьезная информационная, скажем, война. Дело в том, что придя, ну, скажем, к управлению городом, я, конечно же, там чьи-то интересы пересек, кому-то там что-то помешал. И эти люди, конечно же, продолжают вести свою информационную войну со мной. В частности, в последний вот праздник на 9 мая, там была провокация там, по поводу того, что пришел какой-то человек, это запечатлели камеры. Пришел человек, улегся возле горосполкома, его там все сфотографировали, стиражировали, что вот там пьянка, гулянка, там все, все напились, все валяются перед мэрией. Ну, это, к счастью, у нас была камера, которая запечатлела весь этот процесс, и вот этот фейк, он раскрылся. Поэтому я хочу встретиться с горожанами, пообщаться, услышать от них, может, какие-то идеи, пропозиции, поделиться с ними, почему те или иные процессы у нас не происходят, например, почему там улица Фалеевская не ремонтируется, да, ну и прочие нюансы, которые вот в личном контакте я хотел бы обсудить. Хочу еще раз сказать, что это будет происходить в нерабочее время, после 7 часов, то есть я как с работы освобождаюсь и иду общаться с людьми. Все это будет проходить в рамках порядка 2 недель. Я буду посещать разные места в городе и общаться с горожанами. Где можно посмотреть анонсы? Где? На сайте поруч.инфо, кажется, там. В любом случае, все анонсы будут сделаны, расклеены объявления во дворах, в местах, где это можно. Да.